Сегодня наша лекция представляет название «Снятие маски с Антихриста». Я бы сказал, что мы уже в какой-то степени нечто знаем об Антихристе. Мы с вами изучали вчера 7 главу книги пророка Даниила, которая помогла нам хотя бы, ну, насколько возможно, посмотреть, кто стоит за этим малым рогом. Но сегодня мы с вами будем изучать еще одну уникальную идею Библии. Это 13 глава книги «Апокалипсис». Но прежде чем мы будем изучать эту книгу, которая говорит о неком звере, которая говорит о звере, который носит маску, и мы сегодня попытаемся снять эту маску и посмотреть, о ком предсказывает пророчество и чем будет заниматься этот зверь. И прежде всего, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание, мы поговорим, конечно, о числе 666, чтобы мы могли обратить внимание на то, что описывает 14 глава книги «Апокалипсис». Книга «Апокалипсис», она говорит о последнем времени. Давайте будем читать 14 главу, и мы будем читать 14 глава, 14 текст. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Как вы видите, на этой картине представляется то, что, о чем описывает Библия, как второе пришествие Иисуса Христа. Иисус придет на эту землю для того, чтобы собрать жатву свою в житнице небесной. Библия сравнивает спасение людей как собирание жатвы. Христос приводил подобные примеры, и Христос придет как великий жнец всех веков для того, чтобы собрать жатву свою в житнице небесной. Библия не умалчивает и конкретно говорит, что одна часть людей спасется, и она войдет в житницу Божью, а другая часть людей погибнет навсегда, погибнет для вечности, и они не будут иметь вечной жизни. Друзья мои, книга Откровения имеет дело с событиями последних дней. Она говорит о дне суда, и перед тем, как Христос вернется, Он посылает этому миру специальную весть. Последнее предостережение, которое представлено в символах трех ангелов, которые летят посредине неба, как об этом описывает Библия. До сих пор мы с вами говорили о Евангелии, мы говорили с вами о сотворении мира, мы говорили с вами о Божьем законе. Сегодня мы остановимся на вести третьего ангела, который говорит самую страшную весть, которая только есть записана в книге Библии. Давайте будем читать эту весть. Книга «Апокалипсис», 14 глава, с 12 текста и ниже. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Как вам кажется, это серьезное предостережение или нет? Очень, очень. Хуже нету ничего написанного в Библии. Самого страшного ничего больше не написано, как написано здесь в этом тексте. Поэтому, друзья мои, Библия говорит: если кто будет поклоняться зверю, если кто будет служить зверю, кто будет принимать начертание зверя на чело свое или на руку свою, то эти люди погибнут, эти люди не будут вечно жить и не будут в Царстве Божьем.
становится совершенно очевидным, совершенно ясно из Библии, что начертание зверя, оно находится в вопиющем противоречии с заповедями Божьими, с законом Божьим. И поэтому никогда не говорите мне, что закон Божий потерял свою силу и свое влияние. Закон Божий остается важным, играющий важную роль. До второго пришествия Христа он играет важнейшую роль. Суд Божий будет вершиться на основании закона Божьего. И те, которые поклоняются зверю, из 13 главы книги Апокалипсис, они будут в абсолютном противоречии к закону Божьему. И очень важный вопрос, кому мы с вами поклоняемся? Кому мы поклоняемся с вами? Поэтому, если вы не хотите, чтобы вы приняли начертание зверя, на чело свое или на руку свою, вам нужно сегодня принять решение прийти к Иисусу Христу. Вам нужно принять решение жить по Божьим заповедям. И я хочу сказать, эта весть относится абсолютно к каждому человеку. Я это говорю своим коллегам, я это говорю сам себе, я это говорю каждому присутствующему в этом зале. Никто не является исключением. Потому что Библия говорит, что будут перед пришествием Христа только две группы людей. Те, кто принимает начертание на чело или на руку и поклоняются зверю и образу его, и те, которые соблюдают Божьи заповеди. И все. Сегодня очень много различных конфессий, сегодня много религий, сегодня много различных и государств, наций, рас, сегодня много каких-либо политических партий и так далее. Пришествие Иисуса, Библия говорит, будет только две категории людей. Друзья мои, я, конечно, думаю где-то в глубине сердца, что это будет неправильно, если я буду извиняться перед вами за то, что написано в Библии. Правильно? Скажите, мне нужно извиняться за то, что в Библии написано? Я же ее не писал. Это весть Бога. Это предостережение, которое дает Бог. И Бог знает, чему надлежит быть. Поэтому Он хочет нас защитить. Он хочет нас спасти. Он хочет подарить нам вечную жизнь. Поэтому Он конкретно говорит о том, что должно произойти. Согласно пророчеству Библии, к моменту пришествия Иисуса Христа на нашу землю, все обитатели будут разделены только на две категории. Только на две. Соблюдающие заповеди Божьи и те, которые поклоняются зверю и принимают его начертание. И совершенно ясно, что те, которые откажутся принять начертание зверя на чело или на руку свою, им будет угрожать бойкот. Послушайте, что говорит Библия. «И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Библия говорит, что будет издан указ, чтобы можно было покупать, продавать только тем, кто имеет это начертание. И в конце концов будет издан указ. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Люди скажут, если ты не поклонишься начертанию зверя, если ты не примешь начертание зверя, мы не будем ничего у тебя покупать, мы ничего не продадим тебе. И вообще, кто ты такой? В конце концов, мы убьем тебя, потому что ты идешь с нами в ногу. Это приведет к величайшему кризису в человеческой истории. Но Бог Библии спасет своих детей. Это произойдет за мгновение перед вторым пришествием Христа. Поэтому, друзья мои, послушайте, многие люди сегодня думают, что они любят Господа Бога. Многие люди, они думают, что они веруют в Иисуса Христа и что Иисус является их спасителем. Но они не хотят жить по повелению Господа Иисуса Христа. Они не хотят поступать так, как поступал Иисус. И поэтому они окажутся обманутыми. И поэтому они даже будут пытаться угнетать тех, которые пытаются всячески жить по словам Иисуса и ходить по его путям. Давайте сегодня
чтобы нам легче все понимать, изучим еще одно великое пророчество Библии, имеющее значение к Антихристу. Что представляет собой власть зверя и его начертание из 13 главы книги Апокалипсис? Давайте будем читать с первого текста. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Как вам нравятся эти тексты? Хороший зверь. Это хороший зверь. Если у него богохульные имена, если он какой-то чудовищный, если он высокомерный, если он хочет причинить боль и страдания кому-то. Друзья мои, но Бог не только дает предостережение, но Он дает ключ к пониманию пророчеств. И я сегодня вновь хочу напомнить и открыть некоторые символы Библии, которые нам пригодятся в исследовании этого пророчества. Море представляет народы, ветры, войны, звери, царства. Рога представляют собой царства, составляющие их. Богохульство – это слова против Бога. Диадимы – это отличившиеся правители царства, то есть достигшие определенного апогея в своей жизни. И жена, конечно, мы уже знаем с вами, она представляет собой церковь. Итак, зверь, о котором мы с вами читали, он представляет власть и царство. У этого зверя 7 голов, 10 диадим. Он охватывает 7 исторических периодов времени, и он основан среди 10 этих государств. Это тоже религиозная власть, потому что она произносит богохульные слова. Ну, давайте будем читать дальше об этом страшном звере. А Иоанн описывает: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». В этом пророчестве Бог вновь использует мультипликацию. Бог вновь использует символы для того, чтобы предоставить нам весь предостережение всему миру. Этот зверь объединяет в себе абсолютно всех зверей, которые видел пророк Даниил. Пасть у него, как у льва, пятнистый он, как барс, стопы ног у него, как у медведя, а сам он страшное чудовище, он чудовищный сам. Поэтому зверь из 13 главы книги Апокалипсис, следовательно, представляет власть, которая сменит эти 4 мировые империи и в каком-то смысле объединит распадающуюся Римскую империю. И сегодня я хочу предложить вам 7 характерных черт, которые ясно определяют, кто этот зверь на планете Земля. Кого Бог скрыл вот в эту маску, в эту мультипликацию? Что за систему, что за организацию Бог прикрыл вот этим зверем? Первая характеристика. Он получает власть. Библия говорит, слова Иоанна, богослова, который написал книгу «Апокалипсис». «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Страшный и ужасный зверь – это Римская империя. Дракон, потому что он неописуемо страшный, железные зубы, 10 рогов. Помните об этом звере? Отдавала ли римская власть кому-либо свой престол? Да. Какая же власть приняла престол римских кесарей? В 350 году нашей эры, закончив строительство Константинополя, Константин Великий решил перенести свою столицу империи из Рима в Византию. Вы об этом знаете? Это происходило в истории. Не желая рисковать, Константин отдал Рим не политическому лидеру, но он отдал его епископу Рима. История свидетельствует, что Константин, он передал в дар столицу, город Рим, казну и армию епископу Рима. Армию – это солдаты Рима, которые не пошли вместе с Константином в Константинополь. И поэтому эту армию он отдал лидеру церкви христианской, епископу церкви. Лобанко, профессор истории Римского университета, заявил:
На смену преемственности кесарей пришла преемственность римских понтификов. Когда Константин покинул Рим, он передал свой престол кому? Папе. Это пишет профессор истории Римского университета. Я ему верю. Послушайте высказывание известного историка Стэнли. Папы заняли вакантное место императору Рима, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества. Константин оставил все это римскому епископу. Папство – это дух умершей Римской империи, поставивший престол на ее могиле. Мой вопрос. Отдавал ли этот дракон, этот страшный ужасный зверь, Римская империя, отдавала ли кому свой престол? Отдавала или нет? Да, и тут написано, история свидетельствует, кому отдавала. Итак, языческий Рим, он освободил дорогу папскому Риму. И мы увидим, что именно папская власть, папская система представлена в 13 главе книги Апокалипсис, как власть зверя. Вторая характеристика – это всеобщая система поклонения. Давайте будем читать далее 13 главу от книги Откровения. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему?» Люди дивились за всем этим событием, и они поклонились этому зверю, потому что подобного ему нет. И помните, было 10 рогов у этого зверя в Римской империи. Римская империя разделилась на 10 мировых государств. А затем появился малый рог, отличный от прежних рогов. Поэтому удивлению нет предела, что он отличался, и это было видимо. Иоанн сказал, что эта власть, она будет распространяться не только на политическую сферу, но она будет властвовать и над душами людей. И далее мы читаем. «И дана ему была власть над всяким коленом, народом, языком и племенем». Ему дана была власть над всеми. Написано «колено, народы, языки, племена» – над всеми. Эта власть должна была быть католической властью. Католик – это универсал, то есть это всеобщая система поклонения. Поэтому это должна была быть всеобщая система поклонения. И вы знаете, на земле сегодня… Каких христиан наибольше? Какой конфессии, какой направленности? Католиков. Католиков. Это церковь самая распространенная из таких больших церквей во всем мире. Третья характеристика. Этот зверь богохульствует. Библия говорит. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Что такое богохульство? Богохульство – это сугубо библейский термин, который никогда не использовался в истории гражданскими властями. Даже Иисуса Христа обвиняли в богохульстве. Послушайте, что говорят иудеи. Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Послушайте, когда человек делает себя Богом, даже если он не говорит богохульных слов, но он говорит, что он претендует на какие-то привилегии, полномочия Божьи, он богохульствует. Иисус Христос, конечно, не богохульствовал, потому что он есть истинный Бог. И поэтому эти слова не относились к Иисусу. Но когда действительно человек берет на себя такую ответственность, какие-то полномочия или привилегии Божьи, он богохульствует. Претендовало ли папство на какие-либо Божьи полномочия? Я думаю, что ответ можно найти в истории. Давайте будем читать. Папа обладает властью изменять времена, упразднять законы и отменять абсолютно все, даже постановление Христа. Еще. Это выдержки из церковного словаря. Папа обладает таким великим достоинством и настолько возвеличен, что он уже не просто человек, но как бы Бог и заместитель Бога. Вы заметьте эти слова. Бог и заместитель Бога. Очень интересные слова. Друзья мои, еще одна цитата, я думаю, что она нам поможет. «Он подобен божественному правителю, наивысшему императору и царю царей. Так что если бы случилось, что ангелы уклонились от истины, то они могли бы быть судимы и отлучены папой». Ничего себе
Даже ангелов небесных, святых, безгрешных написали в своих догматах, что папа может отлучать. Но они же не грешат. Они же не грешат. Больше того, друзья мои, на небе церкви нету. Там не от чего отлучать. Церковь Бог учредил на земле вследствие грехопадения. До грехопадения не существовало церкви на земле. Церковь появилась ввиду того, что люди согрешили, и она является спасительным кораблем. А корабль используется для чего? Чтобы переправить от одного берега на другой берег. Правильно или нет? И затем, когда вышли из берега, нужен корабль? То есть вышли из корабля на берег, нужен корабль? Конечно, не нужен корабль. Поэтому они даже не подразумевают, как можно было написать такое. Потому что на небе нету церкви. Не было у Бога создавать церковь на земле. Но у него появилась эта идея только с грехопадением. И поэтому появилась церковь. Они привыкли здесь отлучать от церкви. И думают, что даже ангелов небесных могут отлучать. В энцикличном письме Папы Льва XIII, датированного 29 июня 1894 года, мы читаем. «На земле мы занимаем место всемогущего Бога». Я хочу задать вам вопрос. Это богохульство или нет? Да будь ты хоть папом римским, каким бы ты ни был, ты только человек. «На земле мы занимаем место всемогущего Бога». Друзья мои, хочу сказать всем тем, кто верит в эту систему, в ее постановление. Ваш Бог смертный. Их очень много похоронили на протяжении истории. И одного недавно, в 2005 году. Это страшный обман. Бог вечный, всемогущий, не сделал ни одного человека своим заместителем на земле. Когда Иисус Христос сказал, что Он прощает грехи, иудеи были взбешены. Они схватили камни и хотели убить Иисуса. Они сказали, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Друзья мои, эта система, она претендует на привилегии Божьи. Они претендуют на то, что они имеют право прощать грехи. Но я хочу сегодня сказать вам, это ужасно. Евреи правильно сказали Иисусу Христу, когда Христос исцелял больного, и Он сначала сказал: «Прощаются тебе грехи». И когда Он произнес эту фразу, иудеи готовы были убить Его, потому что они четко знали, что только один Бог Небесный может прощать грехи. Но Христос был Бог, они в Нем не узнали Его. Вот в этом проблема была иудею. Но посмотрите, что пишет в своих заявлениях, в своих учебниках Римо-католическая церковь. Я читаю из книги «Католический священник», страница 78. «Ищите где угодно, на небе и на земле, и вы найдете только одно сотворенное существо, которое может прощать грешника. Это необыкновенное существо – католический священник». Нравится вам? Еще одну цитату я прочитаю. Это книга «Достоинства и обязанности священника», том 12, страница 2. «Сам Бог обязан исполнить суд своего священника и простить или не простить, соответственно тому, получено или нет отпущение грехов». Кто такой Бог? Он никто. И если я тебя отпущу грехи, значит, ты будешь прощенный. Не отпущу грехи, на этом конец. Бог только согласится с тем, что я решил. Друзья мои, где место Богу? Если человек решает полностью мою жизнь вечную или мою погибель, для чего нужен Бог? Зачем веровать в Бога, который не знает, как мне помочь и не может мне помочь, а мне может помочь только человек грешный, священник? Я не верю в это все. Это обман. Это абсолютный обман. Мои друзья, кто такой священник? Вы задумывались когда-нибудь, когда идете на исповедь, а кто же отпускает грехи этому человеку? Он же тоже грешник. Если Бог ему отпускает грехи, почему Бог не может отпустить вам грехи? Он такой самый равный перед Богом, как и вы, любой священник.
Священник – это грешник. Вы можете приходить к Иисусу таким, какой вы есть. Молиться, каяться в своих грехах. Бог услышит вас. Он поможет вам. Иисус умер за вас. Он не умер для того, чтобы между вами и Богом стоял человек, который решает вашу судьбу. Он умер, чтобы никто между вами и Ним не стоял. Чтобы вы напрямую могли общаться с Ним, как с лучшим другом. Жан-Жак Руссо, французский мыслитель и педагог, писал: «Как бы ни был правдив человек, раз он католический священник, ему приходится врать». Как бы мы уважительно ни относились к этой системе и к священнику, но он врет. А если он врет, как ему верить? Где искать тогда спасение? Знаете, в этом месяце мне попала в руки одна газета. Я просто покажу вам, как на протяжении истории эта система врет и прикрывает священников. Я вам покажу, я двоился. Когда я увидел, я зафотографировал, я вставил себе сюда, и даже сейчас, в этот момент, думаю, стоит это читать или нет. Но, однако, я прочитаю. Газета «Вести» 3 по 9 июля 2008 года. «Папа против педофилов». И я хочу сказать вам, я счастлив, что Бенедикт XVI, он решил хотя бы какое-то зло искоренить из церкви. Молодец за то, что он сегодня это делает. Но надо не только это, а все остальное очистить. Смотрите, что написано. «Более 2 миллиардов долларов выплатила католическая церковь жертвам маньяков в сутанах». Чудовищно! Но римско-католическая церковь уже давно стала гнездом разврата, однополой любви и педофилии. Практически всегда, смотрите, практически всегда эта церковь старалась спрятать позорные факты деяний своих священнослужителей. Мне стыдно за них всех. Очень стыдно. Я прочитаю эту статью на 2 страницах. И вот на 2-й странице я хочу прочитать маленькую такую деталь. Это вот в нижней части, а вот эта вот часть, вот, она вот здесь. Просто чтобы было более крупнее, я вот высветил это. Несмотря на войну папы со своими похотливыми подчиненными, до полной победы ему, впрочем, как и правоохранительным службам, еще далеко. По отдельным оценкам, общее число жертв священников-педофилов приблизительно 14 тысяч в католической церкви. А число священнослужителей, обвиняемых в педофилии, уже превысило 5 тысяч человек. При этом суммарный размер выплачиваемой католической церковью компенсации этим жертвам превышает 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Тем, которые пострадали от священников. Все это сухие цифры, за которыми стоят реальные человеческие трагедии. Ведь ситуация, когда духовное лицо насилует ребенка, вообще не поддается осмыслению. И это пишет безбожник. Это пишет безбожник. Эту правду он не может осмыслить, как это может взрослый мужчина издеваться над ребенком. Как же религиозный лидер, священник, с удовольствием делает это? Это ужас. Это позор. Это не знание ни Бога, ни Его силы. И затем говорит, что он Божий слуга. Он учит правде. Какой правде? Мне очень жаль. Я не могу больше об этом говорить. 4-я характеристика. Этот зверь, он преследует. Из 13 главы. Книга Апокалипсис, 13 глава. И я читаю. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Интересно, преследовала ли когда-либо в истории Рима католическая церковь, не согласных с ее учением? Преследовала или нет? Да, вы знаете и правильно говорите. Достаточно прочитать только историю средних веков или отчеты испанской инквизиции, историю вальденцев, историю Гуса и Иеронима, чтобы обнаружить, что эта власть уничтожала целые народы по обвинению в ереси. Друзья мои, тот, кто убивает, это дьявол и сатана.
Он отнимает жизнь. Он человека-убийца от начала. И если церковь воодушевилась убивать других, которые не согласны с ее мнением, кем она руководима? Подумайте об этом. За этим стоит дьявол. В католическом учебнике «Общественный церковный закон», том 2, страница 142, мы читаем. Церковь, данным ей Богом правом, может конфисковывать имущество еретиков, заключать их в тюрьму, предавать их огню. В наш век право выносить самые жестокие приговоры принадлежит церкви. Нет более страшного преступления, чем ересь, потому она должна быть исторгнута с корнем. Подумайте, какой Бог дал им право? Церковь, данным ей Богом правом. Вы задумывались когда-нибудь в жизни, какой Бог дал право церкви конфисковывать, выносить самые страшные приговоры, предавать смерти? Вы думали когда-нибудь, Бог мог такое дать церкви? Никогда. Никогда. А они хвастаются этим. Записали это как закон, положение, чтобы люди знали, что церковь Бог уполномочил делать такое злое дело. Эта система преследует детей Божьих. Пятая характеристика. Эта система правит 1260 лет. Мне кажется, что мы уже говорили о 1260, да? Да, мы говорили. Здесь в Библии написано: «И дана ему власть действовать 42 месяца». Давайте обратимся в науку к математике. 42 месяца, вы помните, что по 30 дней было в еврейском месяце, поэтому умножить на 30 мы получаем цифру 100, то есть 1260 дней. День равен пророчестве одному году, поэтому время правления зверя, начиная с 538 года плюс 1260 дней, длится на протяжении 1260 лет и заканчивается в 1798 году. Работает ли это пророчество? Правда ли, что так оно и было? Действительно ли они правили 1260 лет? Знаете, Иоанн далее записал: «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Вы помните, зверь имел сколько голов? 7. И он говорит: «Я увидел, как одна голова его была смертельно ранена». В 1698 году Друэ Креснер, британский толкователь Библии, изучавший внимательно пророчество Даниила 7 главы, сделал следующие выводы. Небольшой рог в пророчестве Даниила имеет отношение к папству. Вы слышите, когда? Это не Антонюк придумал. В 1698 году Друэ Креснер это сделал. Небольшой рог в пророчестве к Даниилу имеет отношение к папству. К этим пророчествам необходимо применять принцип «день за год». Около 1800 года папство должно подвергнуться резкому изменению. Время зверя заканчивается около 1800 года. Этот человек в 1698 году, он сделал пророческие исчисления, и он убежден был, что к 1800 году система зверя, она закончится. Я ему верю, потому что я исследовал это пророчество, и оно четко работает. И посмотрите, в 1798 году Наполеон Бонапарт послал своего генерала Бертье в Рим, ввиду того, что римляне поиздевались над одним французским офицером, а Франция поддерживала тогда католическую церковь, и она дала армию свою для того, чтобы покорять непокоривых. И по этому причине, когда насмеялись итальянцы над офицером французским, он послал туда Бертье своего генерала с армией для того, чтобы взять Рим. И он пленил папу Пия VI. Престарелый папа был сослан во Францию, в Валенсию город. В Валенсии есть вот эта крепость, которая называется Порт-де-Пикнерол. Там есть тюрьма, у которой и умер папа Пий VI. Враги церкви, когда узнали, что умер папа, там в этой крепости, они ликовали от радости. Они говорили, что это был последний папа. Но как они ошибались? Библия же утверждает, Иоанн дальше пишет: «Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». В журнале «Лос-Анджелес Таймс» появилась интересная статья, которая носила название «Рана исцелена».
Послушайте. Серым утром 12 февраля 1929 года, когда облаченная в красный плащ фигура Пия XI появилась на верхнем балконе собора Святого Петра, голоса, доносившиеся из 200-тысячной толпы, слились в мощном приветственном крике, эхом прокатившейся по всей площади «Вива ил папаре!» То есть «Да здравствует папа, царь!» Минуя фонтаны Бернини, по семи холмам Рима, по всему миру пронеслась волнующая весть. Папа вновь стал царем. Днем раньше между Квириналом и Ватиканом было подписано соглашение, согласно которому восстанавливалась политическая власть папы. И так рана исцелела. В Библии было предсказано об этом. Голова одна была смертельно ранена, а затем эта рана исцелела. Газета «Морган Пост Берлин» поместила 7.04.2005 года комментарий о папе Иоанне Павле II. В 1798 году Наполеон нанес папству смертельную рану, и его власть, казалось, закончилась. Но с тех пор шаг за шагом эта власть возвращается на прежнюю позицию. Иоанна Павла II аудиенциях было принято 1160 генеральных приемов. Было принято более 17 миллионов человек. Ни один правитель мира не принимал за всю свою историю столько людей, сколько принял папа Иоанн Павел II. Издано более 100 официальных трудов, среди которых 14 энциклик, 45 апостольских посланий и 14 апостольских предупреждений и 11 апостольских конституций. Библию надо выкинуть в сторону. Она больше не нужна. В Библии меньше написано, чем написал папа Иоанн II. Зачем она нужна, эта книга, Библия? И так каждый папа писал много. Что делать, а чего нельзя. Ватикан при Иоанне Павле II число стран с дипломатическими отношениями увеличилось вдвое и достигло 180 стран. На Земле насчитывается 220-230 стран. Некоторые объединяются, некоторые раскалываются, поэтому нестабильное число стран в мире. Но из них 180 стран, они имеют дипломатические отношения. Библия говорит, и поклонятся пред ним все народы, племена, языки и колена. Очень красиво все работает. Друзья мои, это уникальная ситуация. А на этой встрече Рейган и папа договорились о тайной кампании с целью свержения коммунистической империи. Я сегодня хочу задать вам вопрос. Об этом описывает газета «Тайм» 24 февраля 1991 года. Друзья мои, это уникальная ситуация. Рейган и папа поговорили. Иоанн Павел II после этого разговора звонит в Москву и говорит: «Миша, приезжай ко мне. Михаил Сергеевич прямым путем в Рим». Приезжает в Рим, встречается с папой, переговорили как следует, папа дал нужные ЦУ, Михаил возвращается в Москву, и Советский Союз без единого выстрела распадается. Скажите, это правда или я ложь сказал? Это абсолютная правда. Кто-то мне пишет, уже 40 с лишним записок записал, что «Александр, нам очень жаль, но тебя масоны послали, используй тебя масоны. Масоны правят миром». Если масоны правят миром, то папа самый главный масон на земле. Он разрушил Советский Союз. Он Мише дал указание, Миша разрушил Советский Союз. Простите за такую откровенность. Но я хочу сказать вам, вам нужно разобраться, кто такие масоны и чем они дышат. Тем, которые мне пишут эти записки. 40 с лишним уже записок. Друзья мои, я хочу сказать вам, Библия говорит, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца.
Друзья мои, еще прочитаю вам несколько очень важных исторических справок. Это после смерти в апреле 2005 года Иоанна Павла II. Газета «Die Zeit» сообщает: многие годы политики считали, что папство за стенами Ватикана не имеет никакого влияния или значимости. Но с правлением Иоанна Павла II обстановка радикально изменилась. Внимательный наблюдатель мог стать свидетелем необыкновенного события. На похоронах папы Иоанна Павла II президент США Джордж Буш подал всему миру пример поклонения, опустившись на колени перед мертвым папой. И они приводят текст из Библии: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились ему». Друзья мои, если вы позволите, еще одну цитату прочитаю, и вы ее увидите. Это газета «Идеи дочь» от 6.04.2005. Это немецкая газета, сообщает: до сих пор только отдельные государственные политики посещали человека из Рима. Но в эти дни одновременно собралось 200 правителей мира. Я не буду читать, тут перечисляется все, я только концовку прочитаю, но я хочу вам задать вопрос. Вы слыхали, чтобы, когда умер Борис Ельцин, чтобы съехалось на его похороны 200 правителей мира? Приезжало к нему 200 правителей мира на похороны? Десятая часть не приехала. Кто главный на земле? Кто самый великий на земле? Папа Римский. И даже есть такая поговорка: «Я что тебе, папа римский?» Потому что он тот, который может решать все вопросы. Посмотрите, концовку читаю. «Риму больше не нужно защищать свое учение о том, что папа – это наместник Бога на земле. Даже руководители свободных протестантских церквей говорят о нем как о святом отце. Библия же утверждает: и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уакса». Вам нужно серьезно побеспокоиться о своем будущем. Знаете ли вы, записано ли ваше имя в книге жизни? Если нет, проблема. Шестая характеристика. Он имеет число 666. Библия говорит: здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Трехъярусная папская митра обозначает, что папа является владыкой неба, земли и преисподней. Викариус Филидей написано на этой надписи, и возникает вопрос, что это такое? Журнал «Наш воскресный гость» от 18 апреля 1915 года дает нам пояснение. На папской митре находится следующая надпись «Викариус Филидей», что на латыни означает «наместник Сына Божьего». И в той газете, которую я вам показывал, это «Вести со всего мира», где вот я показывал Бенедикта XVI вместе с Джорджем Бушем, там есть написано, что после Бога самый главный человек на земле – это Бенедикт XVI. Там несколько раз употреблялось это, что он заместитель Бога на земле здесь. Несколько раз в этой статье упоминается это заявление. То есть они не отвергают это, они убеждены, что эта должность, она является наместником Сына Божьего. Посещая в Риме церковь святого Джованни Латерана, я узнал, что этот храм был резиденцией пап до момента раскола церкви, до 1054 года, от времен Константина Великого. Там за папским алтарем есть несколько могил известных пап, и одна из них – могила Иннокентия III. Это он правил в рассвете церкви, этой популярной церкви. И он ввел тогда титул «наместник Сына Божьего». Он первый был тот, кто заявил о том, что он является наместником Сына Божьего. Не был ни один папа до 1050-х годов наместником Сына Божьего, а этот уже стал наместником Сына Божьего. И по сей день все они наместники Сына Божьего. Бога здесь на земле. Друзья мои, ну а теперь еще немножко математики. У него есть число. Наверное, вы все хорошо можете разобраться в этих часах, правда? Скажите, сколько это времени? Один. А вот это? А вот это? Пять. А вот это? То есть вы понимаете. А скажите, вот это? 10. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в латыни нету ни одной цифры, но буквы одновременно обозначают и цифровое значение? Так или нет? Да, это так.
Ну и, конечно же, я знаю, что на часах вы это разберетесь, но есть цифры, с которыми вам просто физически никогда не приходилось соприкасаться. И это то, что нам пригодится сегодня в исследовании. Буква L – это 50, вы видите здесь. Буква D – 500. Буква C представляет собой 100. Ну, а X вы знаете, что это 10, потому что это есть на часах. Очень правильно. Вы знаете, Библия говорит: «Сочти число зверя, потому что это число человеческое». И когда мы сложим эти буквы числа, то мы с вами получаем конкретно цифру, число 666. Давайте попробуем посчитать. Итак, викариус филидей. Викариус, буква V 5 обозначает, буква А единичку, С 100, буква A ничего, R ничего, буква А единичку, буква U часто была взаимозаменяема с буквой V пятерку, буква S ничего не обозначает, 112, буква F не имеет цифрового значения, буква A единичку, L 50 и две буквы A единичку, 53, буква D 500, буква I не имеет числового значения и буква A имеет, представляет числовое значение единичку, 501, 112 плюс 53 плюс 501, получаем цифру 666. Удивительное, кажется, открытие, но оно простое. Господь сказал: здесь не надо много мудрости, потому что это число человеческое. Ты сочти просто это число, и ты узнаешь, кто имеет это число. Это число имеет система папская. Нет никаких сомнений, что зверь из 13 главы книги Апокалипсис – это папская система, которая ставит традицию выше Библии. У этой системы есть число 666. Многие люди боятся этой цифры. Не бойтесь. Цифры не бойтесь. Бойтесь системы, чтобы вы не были под этой системой. Седьмая характеристика. Эта система имеет начертание. Начертание – это печать, знак, знамени. Это синонимы. Печать, начертание, знак, знамени – это синонимы. Апостол Иоанн предсказал: «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Очень интересно, скажете вы, а что такое начертание зверя? Может быть, начертание зверя – это 666? Нет, это число зверя. У зверя есть число, и у него есть печать или начертание. И это совершенно разные элементы. Согласно Слову Божьему, это начертание должно иметь символ восстания или неверности Божьему закону. Библия говорит: здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Но перед этим, с 9 по 11 текст, мы читали с вами уникальную ситуацию, самое страшное предупреждение Бога. Кто примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. А вот те, которые имеют терпение Божье, веру в Иисуса, веру святых, они не подпадут под это начертание. Они не будут пить ярость Божьего гнева. Поэтому они будут счастливые. То есть те, кто соблюдает заповеди Божьи, они не принимают начертания, и они будут спасены. А те, кто не соблюдает 10 Божьих заповедей, все будут находиться под начертанием зверя. На чело или на руку свою. Великий вопрос, который встанет перед миром в связи с начертанием зверя, это отношение человека к 10 Божьим заповедям. Это прямое отношение или сопротивление 10 Божьим заповедям. Знаете ли вы, что у Бога есть тоже свой знак, свое знамение или своя печать, которая будет положена на чело его последователей? Посмотрите, что говорит книга Апокалипсис. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И говорил, воскликнул он громким голосом: не делайте вреда ни земле, ни морю, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Я вам должен открыть один секрет. Дьявол изучает пророчество Библии. Он один из самых лучших богословов. И дьявол четко знает, когда и как будут исполняться пророчества.
И он всегда торопится и делает раньше исполнение пророчества, чем оно должно исполниться, для того, чтобы прихватизировать на свою сторону чем большее количество людей. Поэтому прежде чем Бог поставит свою печать на чело, дьявол постарается раньше поставить свою печать и на чело, и на руку. Библия говорит, что Бог только на чело поставит, а его устраивает даже если на руку. Его устраивает абсолютно, даже если на руку. А Бог сказал, не поможет, что ты на чело не принял. Если ты принял на руку, то все равно будет с тобой то же, что с тем, который принял на чело свое. Итак, Божья печать или начертание дьявола, или подделка, которой пользуется дьявол, чтобы отделить своих от Божьих. Таков будет окончательный вопрос для жителей планеты Земля перед пришествием Христа. Я думаю, что все вы знаете, что официальные печати обычно имеют три важных характеристики или детали. Например, любая печать, любую серьезную печать, если вы возьмете, там есть три важных идеи. Там должно быть название или имя этой организации, или если эта печать принадлежит конкретному человеку, то должно быть его имя. Затем должна быть его должность или его титул, кто он такой. И затем должно быть правление, то есть территория правления, или же, скажем, это завод, или это предприятие, или это часть земли какой-то и так далее. То есть вот эти три детали, они есть всегда, присутствуют на любой серьезной печати. Ну, например, Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки. На его печати именно есть это. Для того, чтобы, если он подписывает какой-то документ, чтобы он не был подделан, то там написано «Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки». И вы видите, имя Джордж Буш, президент – это его титул, правит он территорией Соединенных Штатов Америки. Или Виктор Андреевич, президент Украины. Виктор – это имя, президент – это титул его, правит он территорией Украины. Друзья мои, Божья печать, она не какое-то новшество, чтобы человек не понял. Она имеет в себе вот эти три важных детали. И уникальная ситуация, что Божья печать размещается в законе, в 10 заповедях, в одной из 10 заповедей. Давайте мы с вами откроем, какая же эта заповедь носит в себе, именует в себе печать Господа Бога. Я думаю, что вы уже догадываетесь. Четвертая заповедь. Давайте прочитаем ее. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Ибо 6 дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них». И так далее. Я не буду дальше читать. Итак, имя Господь Бог, титул его – Создатель, Творец, правит он небом, землей, морем и все, что наполняет это. Печать Бога – Господь Бог твой. Титул Творец, правит он небом и землей. В его печати должно быть это. И оно заложено в Божьей заповеди. Бог сказал, что суббота – это знамение, это знак. Это знак Бога, это знак. Этот знак он ставит своим детям, чтобы они отличались от всех людей, которые живут на этой земле. Те, которые живут по Божьим 10 заповедям, Бог ставит им эту печать, этот знак. Послушайте, если вы хотите иметь печать Божью, смотрите, что говорит Слово Божье. «Святите субботы мои, чтобы они были знаком, знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Если вы хотите служить Господу Богу, если вы поклоняетесь Господу Богу, Творцу неба и земли, если Он ваш Господь и Спаситель, что нужно делать? «И святите субботы, и они будут знаком, что вы мои, а я ваш Бог». И если вы не святите субботы, если вы нарушаете 4-ю заповедь, у вас Господь Бог совершенно другой, не я. У вас другой Бог. Что является начертанием зверя? Я думаю, что начертание зверя – это знак власти зверя.
Мы найдем ответ на этот вопрос, конечно же, в католических изданиях. Читаю вам из архивов церкви католический отчет 1 сентября 1923 года. «Воскресение – это знак или начертание нашей власти. Церковь стоит выше Библии, и факт изменения субботы на воскресенье подтверждает это». Господь Бог. Кто на земле Бог? Папа Римский. Бог не нужен для католика. Для него Бог Папа Римский. И теперь кто изменил субботу на воскресенье? Это система. И теперь, если я слушаюсь эту систему и поклоняюсь день, который они назначили, кто мой Господь Бог? Не Творец неба и земли. А друзья мои, боги, которые не сотворили небо и земли, они не могут давать жизнь. Одни обманщики, они подделка. И я, к сожалению, могу остаться под начертанием зверя. И я могу погибнуть, потому что я не выбрал живого Бога своим Господом и своим Творцом и своим Спасителем. Мне очень жаль. Я себе где-то в глубине души еще думаю, что мне сказать вам, чтобы вы по течению не плыли, как, знаете, вот те люди, которые уселись хорошо в «Титаник», и они были абсолютно убеждены. За несколько лет до того, как «Титаник» отплыл от берега, они покупали билеты, чтобы на непотопляемом «Титанике» добраться на другой берег. Что мне сказать такого вам, чтобы вы не чувствовали себя, что вы плывете в непотопляемом «Титанике»? Какие аргументы мне нужно представить вам, чтобы вы серьезно задумались о том, что происходит сегодня в мире? Друзья мои, Бог открывает истину, и исследуя пророчество Библии, мы приходим к выводу, что близится время, когда каждый человек будет принуждаем соблюдать первый день недели, нарушая тем самым заповедь Божью. Чтобы вы не сомневались в том, что это реально сегодня, в наши дни, я хочу прочитать вам статью из газеты «Волынь» от 10 января 2006 года. Совет церквей призывает к утверждению христианских ценностей. Я буду читать на русском языке. Послушайте. Это вот эта статья. Состоялось заседание Волынского совета церкви, которое открыл глава облгосадминистрации Владимир Бондарь. Участники заседания, среди которых руководители и представители православных епархий, римо-католической, греко-католической и так далее, и другие приняли обращение о праздновании воскресения волынскими христианами. В нем, в частности, говорится: «Мы, руководители христианской церкви Волыни, считаем своим пасторским и гражданским долгом обратиться к вам со специальным посланием, призывом о праздновании воскресного дня, священной обязанности каждого христианина, независимо от его христианской принадлежности. Четвертой заповедью закона Божьего Господь...» Вы слышите? Правильно пишут, как в Библии. «Четвертой заповедью закона Божьего Господь повелевает 6 дней работать, а 7-й день посвящать служению Богу и святым и угодным ему делам». Дальше. «С апостольских времен христиане празднуют День Господень в воскресенье, в память о воскресении Христа». Но вы знаете из истории, что только в 325 году они приняли такое решение. А здесь написано «с апостольских времен». Это празднование, наш священный долг и следование 2000-летней традиции боголюбивых предков. Итак, празднование воскресения – это что? Традиция боголюбивых наших предков. Но никогда не истина. И руководители церкви, священники, которые должны говорить от имени Бога, они говорят, мы должны праздновать традицию. Они не говорят, что мы должны праздновать 7-й день недели, субботу, как написано в Библии, а традицию наших предков. И посмотрите заключение. Как они призывают? Это уникальная ситуация. Мы, во-первых, взываем к совести тех христиан, которые с благословения Божьего являются мэрами, депутатами городов, сел, руководителями организаций, предпринимателями, и призываем, просим, требуем перенесения торговли с воскресного на другие дни недели. На Волыне воскресенье раз и навсегда должно быть днем Господним, днем отдыха. Скажите, сложно сегодня принять решение, чтобы
все праздновали воскресный день. Сложно или нет? Нет! На основании этого заявления, это очевидно, что дважды два решить этот вопрос. И государство может запросто поддержать эту идею. И тогда все те, которые не будут праздновать воскресенье, Антонюк будет преследуемый. Поэтому начертание зверя очень близко. Сегодня в Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах есть принят закон о воскресном дне. И он уже начал работать. Это говорит о том, что близится конец. Библия говорит, что этот закон, он выйдет перед пришествием Иисуса Христа. Близится это время. Друзья мои, кардинал Ньюман, он перечисляет, посмотрите, чем занимается отступившая церковь. Перечисляет множество обрядов и обычаев, заимствованных церковью у язычников, чтобы привлечь язычников к христианству. Кто из вас знает, кто такой кардинал? Вообще, это должность кардинал, знаете? Кардинал, который стал сегодня Бенедикт XVI, это был кардинал. То есть папа выбирается из кардиналов. Это самое высокое положение или звание в Римо-католической церкви. После этого самая высокая следующая ступень – это папа римский. И поэтому смотрите, что пишет кардинал. Что пишет человек, который хорошо знает, что делается у его церкви. А он пишет: «Использование храмов, посвященных отдельным святым, курение, лампады и свечи, приношение по обету, святая вода, священнические облачения, тунзура, обращение к востоку, иконы, куличи, крашение яиц, длинные и короткие посты, поклонение мертвым мощам – все это заимствовано из язычества». Кардинал, который, после которого только должность папы римского, он говорит во всеуслышание, это он написал эссе о развитии христианского учения, страница 373, он говорит, что все это мы взяли, церковь мы взяли из язычества. А католическая газета из Сиднея делает следующее заявление. «Воскресение – это католическое установление, и требования к его соблюдению можно защитить лишь на основании католических принципов». Далее эта газета говорит: «От начала до конца Библии нет ни единого места, которое давало бы право на перенос еженедельного поклонения с субботы на воскресенье». Сегодня кто-то нашел мне текст, чтобы я $1000 отдал, потому что я их принес с собой. Кому я должен отдать $1000? Где написано в Библии, что Господь перенес празднование с субботы на воскресенье? Спасибо. Мне очень жаль. Деньги останутся мне. Хорошо? И посмотрите еще одно заявление. Об этом пишет газета «Mirror» 23 декабря 1893 года. «Здравый смысл требует избрания одного из двух. Либо протестантство и соблюдение субботы, либо католицизм и соблюдение воскресения. Компромисс невозможен. Сегодня, если человек себя объявляет протестантом и празднует воскресение, он католик. Так они говорят. Только тот, который себя объявляет протестантом и соблюдает субботу, он протестант. А человек, который говорит, я протестант, но соблюдает воскресный день как праздничный день, он католик. Потому что это празднование учредила католическая церковь. И вы знаете, они претендуют на это. Они претендуют, что все люди, которые соблюдают воскресенье, это их подданные. А Библия говорит о том, что поклонятся ему все, чьи имена не записаны в книге жизни. Интересно, вот что пишет еще католическая церковь. Это реформы начались только в 15 столетии книга. Католическая церковь более чем 1000 лет, прежде чем возникли протестанты, благодаря своему божественному предназначению, изменила праздничный день с субботы на воскресенье. Скажите, кто перенес праздничный день? Помните, я читал вчера вам одно из заявлений, что они взяли святость с дня субботы и перенесли святость на день воскресный. Кто это сделал? Кто это сделал из апостолов? Кто это сделал из пророков? Кто это сделал? Иисус это делал? Нет. В 325 году католическая церковь это сделала. А все остальные люди поверили ей, и они следуют этой идее. Интересный вопрос. Знают ли протестантские церкви, что соблюдение воскресного дня не основано на Библии? Знают? Вот я слышу, говорят, что знают.
Но чтобы вы не сомневались, я прочитаю вам одну цитату, пишет доктор Эдвард Хискос, который является автором книги «Баптистское руководство». Посмотрите, что он пишет. «Заповедь соблюдать субботний день была с какого времени?» От начала, при сотворении мира. Однако с некоторой долей восторга вам скажут, что суббота была перенесена с седьмого дня недели на первый. Далее он говорит, где же можно найти запись об этом? Только не в Новом Завете. Конечно, я прекрасно знаю, что к воскресенью стали относиться как к дню особой религиозной значимости еще в истории раннего христианства. Об этом повествуют отцы христианства и другие исторические источники. Но дальше он пишет, но как досадно, что оно, то есть это празднование воскресения, несет на себе печать язычества, будучи окрещенным именем Божества Солнца. Этот день был принят и узаконен отступлением церкви, папства и передан в качестве священного наследия протестантству. Когда я беседую с людьми лично, и говорит, вы знаете, а я протестант. И откуда протестант получил воскресный день? От католической церкви. Не из Евангелия, не из Библии, не от апостолов, от католической церкви. Друзья мои, чтобы рассеять окончательно ваши сомнения, сомнения в том, что все эти праздники, которые сегодня исповедуются в христианском мире, что празднование и воскресного дня, и всех тех праздников, к которым очень священно относятся христиане, что это взято все из язычества, чтобы вы не сомневались, что это Антонюк что-то может какую-то ересь говорить, хотя я вам показал очень много исторических документов, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда, давайте послушаем, что нам скажет православный священник об этом. Он хорошо знает эту ситуацию. Пусть он скажет правду, что оно есть. Вы помните, на Украине, я не жил тогда на Украине, была в 90-е годы такая программа, которая носила название на украинском языке «Сім днів». Вы слышали о такой программе? Высвечивалась семерочка «Сім днів». И по этой программе однажды проходила уникальная, перед Пасхой, уникальная запись есть, уникальная программа проходила. И я хочу, чтобы вы просто ее послушали. Буквально несколько минут. Лупа писанки вмещает целый всесвіт, передает нам Мариана Кузан. Вічна ніч, мов стара квочка, вкривала своїми чорними крильми дивовижне яйце. Саме з нього, за старою легендою, з'явився Всесвіт і почалося життя. На згадку про це всередині яєчної шкаралупи сховане маленьке сонце, прозване в народі жовтком. З тих часів на межі дня і ночі, буття і смерті, між добром і злом, одвіку балансує немічна людська душа. А непорочно біле яйце стає древнім символом Великодня, перемоги світла над пітьмою, всесильної звитяги життя. Мабуть, тому ще в трипільській культурі, святкуючи навесні початок нового року, малювали писанки. В рясних візерунках на сферичній поверхні зображалися магічні знаки добра, бо прадавнім сенсом писанки є оберіг. Недарма стара гуцульська притча застерігає. Та й доти будеш відстояти, доки в людимуть писати писанки та вогні на Юрія палити. Писанка малювалася, дарилася людям на життя, на здоров'я. Кожен колір має своє символічне значення. Наприклад, жовтий колір – це сонце, наше світило. Зелений колір – символ природи, символ росту трави, квіток, дерев. І ми малюємо ці завиточки на писанці. Чорний колір – це наша матінка сира земля. Коли прийшло християнство до нас, то символи трошки у писанках помінялися. Чорний колір – це почало вже зло, яке на писанках не обов'язково треба вживати, бо це щось темна сила, і її треба обминати. Те ж саме поділ на чотири сторони світу християн – це хрест, на якому розп'яли Ісуса Христа. До християнській символіці – це чотири сторони світу, чотири виміри. А джерело прадавніх традицій стає живою водою в християнстві,
Писанка, наче древня ікона язичницьких богів, могутніх сил природи, тепер органічно вплітається в свято Христового Воскресіння. А стара космогонічна система вірувань знаходить своє вивершення в служінні Богу любові. Безумовно, Пасха – це є великий день для всього християнства. На Україні це велике свято називають Великодний день, тому що це є торжество над всіма торжествами. Всі свята, значить, які святкуються на Україні після прийняття християнства на Україні, вони пов'язані з язичними святами, і воно поєднується. Тут немає ніякого заперечення стосовно православної церкви. Так що тільки ми це підтримуємо. Як вам ця мисль, священник? Язичество – класна ідея. Ми язичники, нічого не міняється. Все нормально. Ми продовжуємо бути в язичстві, і це класно. Почему он не сказал ни слова, что Бог призывает отвернуться от язычества? Почему он не сказал, что настала пора прекратить заниматься язычеством и повернуться к Господу Богу лицом, к Его заповедям? Вот такую веру мы унаследовали с вами. Друзья мои, это очень трагично. Рассматривая только некоторые вещи, потому что нам не достает времени, чтобы остановиться на всем, мы, исследовав эти вопросы, видим, что в церковь действительно проникло много неправды и лжи. Церковь была напоена отравленным вином лжеучения из язычества и думает, что она служит Господу, выполняя языческие ритуалы и языческие традиции. Послушайте. Когда Киевская Русь в 988 году приняла христианство, я это говорю с большим уважением и с большим сожалением, она приняла уже подложное христианство, поддельное христианство. Она приняла христианство в искаженном виде. Она приняла христианство в 988 году. Она приняла то христианство, которое ей предложили. У нее не было выбора. В 988 году уже почти 1000 лет прошло с тех пор, как христианство началось в нашем мире, в нашей истории. И она приняла христианство, которое предложили ей в 988 году. В 988 году христианство праздновало какой день? Воскресенье, начиная с 325 года. Некоторые люди, вы видите, здесь памятник Андрею Первозванному. Видите этот памятник? Церковь заявляет здесь, на Украине, что мы церковь, которую организовал Андрей, апостол Иисуса Христа. Это он принес к нам истину. Это абсолютный обман. Андрей, если бы принес нам истину, это было бы в первом веке истории нашей эры. Это было бы тогда. И если бы Андрей принес нам весь о спасении, весь об Иисусе, все вы до единого бы праздновали субботу. Андрей никогда не праздновал воскресенье. И какой обман! Церковь появилась на Украине, на Киевской Руси в каком году? В 988 году. А церковь говорит о том, что мы от первозванного Андрея. Андрей принес нам весть. Андрей в первом веке умер. А мы стали христианами в 10 веке. Это почти 1000 лет разницы. Мы не приняли от Андрея весть. Мы никогда не знали, какую весть проповедовал Андрей. Мы знаем весть, которую приняла Киевская Русь в 988 году. К тому времени церковь была на грани раскола и уже в 1054 году раскололась на западную и восточную. И наш народ был обманут. Киевская Русь, она подверглась влиянию Антихриста. И эта церковь к тому времени, она присылала сюда своих иностранных священников, которые учили нас продолжать жить в язычестве. Они не принесли нам правду Божью. Они нам принесли продолжение язычества. И наш народ очень легко принял эту христианскую веру. По той причине,
что ты остаешься язычником, только меняешь название. Ты не язычник, а христианин. Вместо такого праздника название было праздника, скажем там, Богу Вольтеру. А теперь уже не Богу Вольтеру, а Иисусу Христу. И все, подменили только название. И мы продолжаем соблюдать все то, что делали язычники, только уже под названием библейским и христианским. Есть такая книга, которая называется «По христианизированию язычества». Поверхностное окрещение только язычества. Они, по сути своей, остаются язычниками, но только они крещенные язычники. Но настала пора сегодня повернуться к своему Господу. Украина приняла христианство, которое ей предложили. Она не знала другого. И на протяжении многих лет нас учили зарубежные священники не правде, не Евангелию, не спасительной вести, а язычеству. Настала пора отвернуться от этой ложной системы, от Антихриста, и поклониться тому, кто создал вас по образу и подобию своему, кто не только создал вас, кто умер за вас, отдал свою жизнь, чтобы подарить вам вечную жизнь и Божье спасение. Очень уникальная картина. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на нее. Вот здесь написано, вот здесь был рай. Затем Бог выгнал Адама и Еву из рая. И началось жертвоприношение. Начали приносить жертву, которую Бог сказал, что пошлю к вам Мессию, Избавителя, и Он придет. И вот каждый агнец, когда вы согрешите и будете приносить жертву, он будет напоминанием, он будет прототипом. Придет Мессия, придет Спаситель. И затем пришел Иисус в наш мир. Бог посылал пророков, и потом пришел Иисус. И Он агнец Божий, который взял на Себя грех мира. И затем Господь говорит: идите по всему миру и проповедуйте вечное Евангелие. Есть возможность вернуться в потерянный рай. Идите, скажите об этом людям. Я уплатил цену, чтобы подарить вам вечную жизнь и Божье спасение. Но только повернитесь к Господу Богу своему, к Его заповедям. На протяжении истории Божьи дети проповедовали весь вечного Евангелия. И они были бросаемы на съедение зверям. Их сжигали на кострах за то, что они проповедовали вечное Евангелие. Но всех их ждет славный удел. Вечная жизнь. В конечном итоге Иисус скоро придет. И Он возьмет к Себе всех тех, кого казнила церковь, кровь, чью пила церковь, которая обманула людей, ушла от Господа, но они были верными следователями за Иисусом. За ними придет Иисус и возьмет их в Царство Свое. Где будете вы? Благословлял
каждого из нас, и ранами его мы исцелились, и всех людей от гибели он спас, и кровью его мы все омылись. О, как он верил! Он умер за тебя и за меня, чтоб смерть над нами не была уж власть. Спасибо огромное, Алла. Когда я внимательно вслушивался в слова этой песни, я подумал себе, что я сделал для того, чтобы мог я стать на сторону Господа по-настоящему? Что я могу сделать сегодня, чтобы Бог, глядя на меня, во мне узнал своего Сына? Не поддельного какого-то, а настоящего, который любит его, знает, кто он, и знает, чего Отец от него хочет, и знает путь Божий, по которому Отец Небесный хочет, чтобы его дитя шло. Как жаль, что многие люди практически никогда об этом не думают. Они рождаются и сразу принадлежать к какой-то церкви. Если ты русский, автоматом православный. Если ты татарин, автоматом мусульманин. И так далее. А где свобода? Где возможность поразмыслить? Где мой Бог? Чего Он хочет от меня? Как я должен Ему служить, если я хочу вечной жизни? Что я должен делать сегодня, как Божье дитя? Пусть Бог сегодня позволит вам серьезно задуматься над этим. Я вам расскажу одну историю. Это произошло в Сибири. Проводилась подобная программа. На программу приходил маленький мальчик. Очень маленький. Ему всего было 5-6 лет. И просто их дом, они жили в частном доме, был рядом с кинотеатром, где проходила программа. И он несколько раз с мамой пошел, а потом мама перестала ходить, и он сам приходил. Мама его пускала, потому что ни дорогу переходить не нужно было ничего.
И он приходил каждый раз. И на удивление, там была детская площадка, а он сидел с взрослыми. И слушал, что говорилось. И во время этих встреч однажды мой друг, проповедник, обратился к людям и говорит: «Может быть, у вас есть какая-то просьба, и вы хотели бы сказать, чтобы я помолился о вас? Скажите вашу проблему, и я буду молиться». Тянет вверх руку мальчик, которому около 6 лет, и говорит: «Пожалуйста, молись за моего папу. Мой папа сейчас пьян, а всегда, когда он пьян, он избивает мою маму. Молись за него». И мой друг сказал: «Я буду молиться за твоего папу». И он помолился за его папу и за всех людей, и люди разошлись. На эту встречу приходил, недалеко живет другой человек, который знал этого мальчика, знал его отца и вместе с отцом работает на одном предприятии. На следующий день он встречает отца этого мальчика и говорит: «Мы молимся за вас». Отец не верил в Бога, и он очень озлобился, что кто-то за него молится. И тогда он пришел домой, схватил своего сынишку вечером поздно, потряс его как следует и сказал: «Если ты хоть раз попросишь этих людей, чтобы они молились за меня, то я так тебя избью, что ты на всю жизнь это запомнишь». Ну и что этот ребенок? Он хорошо, что папа не запретил ходить. Он приходил, но уже не просил молиться о папе. Но наблюдая, что происходит у них в доме, когда он услышал опять подобный призыв, он уже не тянул руку, а просто встал и сказал: «У нас дома все хуже и хуже. Помолитесь за моего папу, пожалуйста». Проповедник молился за его папу. Тот самый мужчина на следующий день подошел к отцу этого мальчика и говорит: «Прекрати грешить, прекрати пить. Мы молимся за тебя». В этот вечер папа долго не приходил домой. Он зашел там, где можно было много выпить, и много пил водки. Когда он напился как следует, поздно ночью, почти в полночь, он пришел домой. Бедная несчастная жена, которая знала, что всегда она получала от него. И поэтому она, наверное, раз 10 или 15 согревала еду, чтобы как только он придет, предложить ему тепленькое и горячее, чтобы он поел и чтобы лег спать, чтобы он ее не бил. И когда он зашел, она к нему: «Миленький, там вкусное приготовила!» Он швырнул ее так, что она упала, а сам медленно стал подниматься пьяный по ступеням на мансарду, где была одна комнатка у них, и там спал маленький мальчик. И он поднялся туда, закрыл за собой дверь. Мальчик спал. Он снял ремень, у него широкий ремень был, и он стащил спящего мальчика с кровати и стал со свистом стягать его, что есть силы. Он стал бить все больше и больше. Тело мальчика стало кровоточить. Пижама, в которой он был, стала ставать красной, она была белой. А он избивал, но ему мало показалось этого. Он швырнул его на землю и как футбольным мячом стал избивать ногами. Насладившись, он оставил лежащим этого мальчика, открыл дверь и спускался вниз по лестнице. Мама внизу плакала. Она не знала до конца, что там происходит. Когда он спустился к своей жене, опять толкнул ее так, что она упала, сам открыл дверь, пошел на улицу. Мама поднялась, плачет. И через несколько минут, плача, она услышала шорох наверху лестницы. И когда она подняла глаза свои, она увидела маленького сынишку своего. Пижама которого была вся в крови. Маленький мальчик протягивал руки к маме и говорил: «Мама, я только что первый раз в жизни пролил свою кровь за Иисуса Христа». Мои дорогие друзья, я ненавижу алкоголь. Это проклятие. Это страшное проклятие. Но подумайте сегодня о нас с вами.
Мы еще ни одной капли крови не пролили за Иисуса Христа. Я сегодня хочу пригласить вас, может, довольно хромать на оба колена. Повернитесь к Богу Библии. Пожалуйста, придите к Иисусу. Он пролил свою кровь за каждого из вас, чтобы подарить вам вечную жизнь. И Он говорит и мне, и вам, дитя мое, следуй за мной. Делай, как делал я. Я оставил во всем пример. Ты должен подражать мне. Я хочу подарить тебе вечную жизнь. Но ты следуй за мной. Может быть, сегодня наша символичная капля крови должна быть следующей. Господи, помоги мне принять правила счастливой жизни, Твой закон, правилами своей собственной жизни. Помоги мне смириться пред Тобой и сказать: заповедь о субботе мне понятна. Понятно, что это изменили ее люди. Понятно, что это подделку сделали. Позволь мне сегодня, дай мне силу с Твоего благословения сделать этот шаг, быть послушным всем 10 заповедям. И заповеди о субботе. Помоги мне, Господи, по Твоей благодати быть послушным сыном и дочерью Тебе. Он примет ваше покаяние. Он простит вас. Он не хочет ни одного из вас наказывать. Он любит вас. Но вы повернитесь к Нему. Он ждет вас, как любящий Отец. Я хочу помолиться о вас. О, дорогой наш Боже, наш Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня еще раз Ты показал нам, что в истории христианства произошла трагедия. Сегодня нет смысла все это перечислять, то, что произошло, но все очевидно, Господи. Сегодня мы приходим к Тебе такие, как мы есть. Никому из нас нечем хвалиться. Ты все знаешь о нас абсолютно. Господи, Ты знаешь, что я не могу покаяться за всех людей. Ты знаешь, что человек может каяться только за себя, за свои грехи. И я прошу Тебя, Боже Небесный, прими мое покаяние, где я неправильно относился к Тебе, к Твоему Слову, к Твоему закону, к Твоей правде. Омой меня кровью Своею. Пожалуйста, Господи, посмотри на этих людей. Они Твои дети. Боже, преклони свое ухо и услышь их просьбы. И прими, Господи, наше покаяние перед Тобой, такие, как есть. Нам хочется быть с Тобою в Твоем Царстве. Нам не хочется погибнуть. Пожалуйста, помоги поверить Тебе от сердца. Помоги повернуться спиной к системе неправды и избрать Тебя своим Господом и Спасителем. Сегодня, когда мы уйдем с этого места, пусть Дух Твой Святой позволит нам размышлять о горнем, а не о земном, о своем спасении, где мы находимся, и помоги повернуться всем сердцем к Тебе. Завтра, пожалуйста, вновь нас собери. Сегодня пошли нужный транспорт, ангельскую охрану каждому человеку. А завтра приведи нас сюда, чтобы мы могли следовать истине, узнавать Тебя больше и научи нас быть послушными Тебе. Наша молитва об этом во имя драгоценное для нас, имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Огромное спасибо вам, что вы были с нами сегодня.